Сыграли сегодня последний домашний матч. Какие эмоции остались от всего сезона и от этого матча? Ну, прежде всего, от матча остались только положительные эмоции. Закончили победой. Начали, конечно, не очень. Первый период провалили, но потом смогли собраться и одержать победу. А по сезону, ну, конечно, хотелось нам выступить намного лучше. Хотелось залезть в восьмерку сильнейших. Ну, я думаю, что у нас все впереди, еще есть над чем работать. И я думаю, что в будущем все-таки у нас все получится, и мы будем биться за кубок. Выделите основные плюсы и минусы команды сейчас. Минусы в том, что мы не можем реализовать свои моменты, которые создаем. У нас, если меня ошибает память, 9 игр на 0 мы сыграли, то есть не забили ни одного гола в 9 матчах. Это у нас наш самый такой большой минус. А плюс, может быть, где-то больше стали уделять обороне моментов. Вот стараемся меньше пропускать. Я думаю, что в этом направлении будем двигаться. Вот. Ну, надо и акцент делать на то, чтобы забивать голы, потому что без голов очень сложно выиграть матчи. Многие игроки сегодня сыграли последний домашний матч в МХЛ, в принципе, в карьере. Что скажете про таких ветеранов? Ну, по окончанию сезона, я думаю, по ним какие-то решения будут. Либо они поедут в высшую лигу, либо их Амур возьмет на просмотр, посмотрит ребят. Вот это уже будет руководство принимать решение, какое у них будущее будет. А вам самому понравилась их игра вот в этом сезоне и, может, кого-то отметите? Ну, конечно, хотелось бы от них большего ожидать. Вот. Ну, тем не менее, они в свою силу сыграли. Вот. Но все равно хотелось бы, чтобы они больше голов забивали. Те же Беляков, Чуйков. У нас Крамаренко, Залитов, защитники, они просто обязаны каждую игру на ноль играть. Вот. Ну, бывают, конечно, не все игры удачные. Вот есть и где мы пропускали голы. То есть, ну, вот у нас такая вот ситуация, поэтому работаем. Пацаны молодые, все у них впереди. Главное, чтобы у них желание было расти, стремиться к чему-то. У команды впереди еще московский выезд, 4 игры. Что говорили вы сейчас в раздевалке и как настраиваться на поездку? С ребятами вот сейчас буквально сказал, что сезон для нас еще не закончен, еще 4 игры впереди. И хотелось бы нам как минимум удержаться на нашем месте, вот не упасть вниз, потому что команды там у нас получается и Рига догоняет нас. Вот. Поэтому будем стараться по максимуму сыграть игры, взять очков с «Динамо» и с «ЦСКА». Будем биться до последнего. Силы нам беречь уже некуда, все уже.